Всем привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. И в этом видео я покажу вам мои новые ручки из фирмы Канцелик. Это они вышли недавно, и какое-то у них очень странное название. Трако Канцелик. Они очень редкие, эти ручки. Вот, и я вам их сегодня покажу. У меня есть все цвета их. Сейчас я их возьму. Вот. Вот все они. То есть оранжевый, розовый, синий, фиолетовый, голубой. Упс, я еще раз синий взяла. Вот, самый эксклюзивный из них это черный и красный, поэтому черного у меня нету пока, а красный вот он. Почему именно красный такой очень редкий, я вообще не могу понять. Вот, такие четыре ручки. У них есть маленький секретик для тех, кто не очень разбирается в новых ручках. У каждого из них есть ластики тут и тут. И это не чернильные ручки, это шариковые. Поэтому они такие очень редкие, вот могу показать. Они вышли недавно, поэтому я думаю, на данный момент их очень трудно купить. А так, ну, скоро, я думаю, их уже можно будет везде купить. Вот, и еще я вам покажу другие карандашики, которые я купила сегодня. Это карандашики вот такие. Два. Они коротенькие, как вы заметили. Вот, они называются Арабрец. Арабрец очень странное название. Но это, в принципе, не важно. И, как вы заметили, сейчас подвинусь. Они вот тут пластмассовые. То есть они, как бы, в принципе, жесткие. Вот. И они, их нельзя подочистить, потому что они вот, пластмассовые. И чтобы появилась, как бы, вот стержень, надо несколько раз нажать на эту кнопочку. Ну вот, мы его уже можем видеть. И также на второй. Вот. И еще я хочу кое-что заметить. Если у вас один ластик больше другого, в смысле имею в виду, как вот тот, это не из-за того, что эта фирма ее не так сделала, это просто они как бы по-другому сделаны. Это ничего страшного. Так они, в принципе, одинаковые. Вот, если взять так, получится карандаш один больше. Вот. И на этом было все. Мои ручки. Вот. И мои такие два карандашика. Ну, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!